Зоологический портал «Фауна Беларуси» представляет. Обратите внимание на эту стройную красавицу. Ловкий охотник за гусеницами – это амофила. Гусеница нужна ей для того, чтобы прокормить личинку, которая поселится потом в обездвиженном теле гусеницы. Но все не так просто. Для того, чтобы тело стало парализовано, амофиле придется уколоть своим жалом каждый сегмент гусеницы. Дело в том, что в каждом сегменте находится нервный узел, который отвечает за движение. Вот у этой гусеницы конец тела шевелится, а значит, не все сегменты были поражены, но это уже не имеет значения. После того, как гусеница была изловлена, амофила быстро вырывает норку, куда она отправляет жертву. Можно сказать, амофила борется за чистоту. Весь мусор оса отправляет подальше, чтобы не выдать присутствие норки. Как только норка вырыта, в ее конце делается комната для того, чтобы разместить гусеницу и отложить яйцо. После амофила находит какой-нибудь предмет, что-то вроде двери, чтобы закрыть вход, и закрывает норку, подбирая материал и утрамбовывая песок. Амофила – настоящий конспиратор. Она возвращает площадке первозданный вид, и старательности осы в этом деле можно поразиться. Ну что ж, ее труды оправданы. Теперь вряд ли кто-то сможет найти гусеницу. Сценарий Анна Вепрева. Видеооператор Борис Воробьев. Текст читал Михаил Барановский.